Всем привет! С вами канал Территория Мужчин, и сегодня я вам расскажу про аннотации в YouTube и как их использовать. Заходим на стартовую страничку YouTube, заходим в творческую студию нашего канала, выбираем менеджер видео и ищем нужный нам видеоролик, на который мы хотим сделать аннотацию. Вот, выбираем этот ролик, Цунами в Одессе. Нажимаем кнопочку «Изменить». Упс, ошибка YouTube. Обновим. Вот, все нормально получилось. Сверху нажимаем кнопочку «Аннотации». Нажали. И справа видео есть кнопочка «Добавить аннотацию». Выбираем во вкладке «Выноску». Вот в этом окошечке можно написать, что мы хотим. Пишем в данном случае «Подписаться на канал». Вот эту рамочку можно переставлять, растягивать. В общем, делать с ней все, что хотим. Можно также поменять шрифт, цвет текста, заливку. Вот, я делаю так, вы можете делать по-другому, абсолютно без разницы. Вот, делаем в уголочек, перетаскиваем эту кнопочку. Можно задать начало и конец отображения аннотации. Можно просто перетянуть, куда нам надо. Или в конец видео, или в середину. Также можно растянуть на все видео. Или на половину, или на маленькую ее часть. К примеру, сделаем ее ориентировочно 13 секунд. В окно «Ссылочка» вставляем ссылку на подписку на наш канал. Эту ссылку я скину внизу в YouTube. Вы только поменяете название своего канала. Вот, добавляем ссылку, нажимаем кнопочку «Сохранить» и опубликовать. Теперь проверим, как это все работает. Копируем нашу ссылку на видео. Переходим на другой канал, потому что у нас она пока не будет отображаться. Вот, смотрим, видео загрузилось. И как видим, кнопочка аннотации у нас уже есть. Нажимаем кнопочку и переходим на наш канал. Всего понемногу. И нам сразу же предлагают подписаться. Нажимаем. И оформляем подписку. Ну вот и все. Подписка оформлена. Это очень действенный способ набрать много подписчиков на наш канал. На этом все. С вами был канал Территория Мужчин. Всем пока.